состоит из сотен деревьев, море из миллиарда песчинок. Жизнь каждого из нас из тысяч дней и часов. Чтобы рассказать вам об англоязычном, развивающем детском лагере Magic Camp в Болгарии, который стал одной из самых ярких страничек нашей жизни, мы расскажем об одном самом обычном дне смены. Смотрите, это море. Черное море. Оно еще спит, как дремлют величественные горы под мягкой пеленой тумана. И многие обычные дети под своими одеялками. Но нам спать некогда. Новый день обещает новые приключения и открытия. Здравствуй, море! Просыпайся! Hello, sea! Wake up! Это мы спешим к твоей ласковой волне, чтобы надышаться твоей силой, зарядиться твоей энергией. То, ради чего мы здесь, не назовешь зарядкой. Скорее, это игровая разминка. Morning exercises. Только играя, мы используем исключительно английские термины. Просто наша жизнь здесь имеет свои законы. Везде и всегда мы говорим только на английском. Fishy, fishy, come to me. Fishy, fishy, come to my sea. Что там дальше по программе? Ах да, путешествие. Конечно, Америку нам не открыть, но дорога в тысячи лье начинается с первого шага. Мы сейчас узнаем болгарский городок Китен, а Китен узнает нас, потому что мы не просто идем осваивать новый пляж, мы приготовили флешмоб. If you believe in yourself, you can achieve everything you want. Если ты веришь в себя, ты можешь достигнуть всего, чего хочешь. Поработали? Нужна передышка. Море вновь готово принять нас в свои объятия. А в промежутке можно пообщаться и поближе. Дарина, с чего началась твоя любовь к Magic Camp? Все началось буквально полгода назад, когда моя мама предложила мне поехать на зимний отдых с Magic Camp. Не только для того, чтобы покататься на лыжах и познакомиться с остальными детьми, а для того, чтобы улучшить мой английский. Я считаю, что английский должен знать каждый. И, конечно же, уроки. Не только сегодня, ежедневно. Нашими вожатыми проводятся три увлекательных игровых занятия по теме дня, общение, в которое вовлекается вся группа, обсуждение тем, интересных для всех, без исключения, разучивание песен, и познавательно, и интересно, и весело. День пролетел, но впереди еще много таких же увлекательных дней. А чтобы сегодняшний запомнился, вечером мы собираемся на Candlelight при свете свечи. Каждый расскажет о своих впечатлениях, чтобы сохранить их в памяти. Замечательный досуг дарит англоязычный, развивающий детский лагерь Magic Camp. Скажите, а сколько существует Magic Camp и чем или кем вы можете похвастаться за это время? Magic Camp существует с 2001 года. Похвастаться, наверное, мы можем, конечно же, участниками и тем, что они к нам возвращаются. И тем, что они не просто возвращаются, а приходят к нам в школу вожатых, и становятся сначала помощниками вожатых, хелперами, потом вожатыми. Ну и как-то вот мы вместе растем, развиваемся. Еще приятно то, что нас поддерживают родители. Фактически мы очень мало даем рекламы, нам как бы приходят те, кто про нас узнал, услышал и рассказали друг другу, то есть таким вот образом. Это очень здорово, потому что поддержка родителей для нас очень важна. Наверное, этим, не знаю, чем еще. Весь мир может стать ближе, если ты говоришь с ним на равных. А совершенствовать язык, конечно, интереснее на Черноморском побережье Болгарии. Попробуйте, убедитесь!
Морская волна может смыть любые слова на песке, даже английские. Но любовь к нашему волшебному лагерю уже не смоют ни вода, ни время. I love Magic Day!